недалеко от вокзала в Варшаве, нашли тело мертвого украинца. Тело мужчины было найдено вблизи улицы Киевской, которая находится рядом с железнодорожным вокзалом Дворжец-Сходний в Варшаве, в канале тепловой сети. Вечером 26 января службы Варшавы обнаружили тело 43-летнего мужчины. Как оказалось, это был гражданин Украины. На место происшествия был вызван врач, который сообщил о смерти. Пока нет доказательств того, что посторонние лица способствовали смерти найденного человека. Более точная информация будет предоставлена после проведения вскрытия. На данный момент полиция выясняет обстоятельства смерти 43-летнего украинца. Если у вас есть какая-либо информация об этом происшествии, просьба сообщить в полицию.